think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят! Ну что, на нулистском сервере наконец-таки появилось обновление, загрузили. Сейчас попробуем с вами выбить недостающего героя. Так, забрали. Accumulation Pack. Тут у нас интересного ничего не добавили. А, не, уже добавили, добавили вот 6 карт. И новая чарка. А тут нифига не добавили с новых. Нету ничего. Такс. Винтиварс Микпак. Update Details. Ну, понятно, забираем 50 самов. Билты пак есть. Так, что у нас тут? Ну, ничего не поменяли тоже в билты пак. Все то же самое. Ничего, к сожалению, нового не добавили. Так, пиратище. Пиратище тот же. Пиратище офигенный на АС-сервере. Так, островок. Ну что, поехали. Поехали, будем пробовать. Выбивать, посмотрим, сколько у нас уйдет на это. На этом аккаунте самоцветов. За 100к мы на русском сервере не вытащили. Ну реально, очень хреново начало падать. И тут тоже и сотрю, что просто что-то пошло не так, либо они опять порезали шансы. Триант. Нам нужен новый герой. Паладин. Ну, спасибо, Атлант. Варлок. Леди Лео. Санта Бум. Махатма. Ну, давайте уже. Желейка. Они хотят, чтобы мы ускорились. Призрачный всадник. Да, вообще, посмотрите, по этому... Не, ну, Асурик упал. Пампкин Дюк. Командора, Варлок, Дрейк. Ну, рандомчик, давай уже. Я уже запарился, честно говоря, с этими обновами. Нифига нового не добавляют. Ну, новые, точнее, добавляют. Фобос. Нифига не делают в плане... Бага в плане старых локаций, только добавляют новые, новые, новые. Сасквач, Пампкин Дюк. О май гад. Ну давай, свалим. Хранитель. Афинка. Опять тыква. Смотрите, сколько тыковок падает. Ну вот скажу так, средненький дроп сегодня, малышник, хранитель опять. Нет, тут что-то такого прям мега-мега вау. То есть реально, как и на Тайване, хреноватенько падает. Фрейка, ну это уже получше. Ну того мы уже сролили нормально самиков, 1050. Малышник. Валентина, Паладин, опять малышник, но одни малышеники, сердцеедка, Бугимен, Купидон, жестко, Гаргул, Леди Лео. О, ну блин, это пойдет. Вот такие вот должны падать легенды. Вазуля. Эспирита. Ара. Опять Асурик. Да. Тандергот. Ронин. Кстати, Ронины давно уже не падали. Купидон. Бастимер, Бастимер. Нифига себе. Друид. Смертушка. Джамбир.
Уже начали сыпаться лиги. Ну, уже 1100 мы потратили. Ой, что-то я не посмотрел, кто там был у нас. Нету у нас таки нового героя. Нифига не падает. Опять друид. Медузка. Рогаточка. Опять я проспал. Кто там выпал нам? Вот классно было бы, знаете, чтобы можно было какую-то статистику там за день посмотреть, сколько тебе чего там упало. Что такого интересного. Сноу. Нифига вообще. Чемпион. 100к улетело. Квин Вашп. Джамбир. Ну давайте уже. Малышник. Опять Бестимер. Ну. Сколько их будет падать? Гринфилд. Ну, одержимый. Бугимен еще один. Свален еще один. Дофига. Героя выпала орк. Thunder God. Pumpkin. Паладин. Сердцеедка. То чувство, когда вот реально ни хрена не падает. От обновы до обновы. Еще все хуже и хуже. Так, ну. Знаете, поставили условно, типа, можно выбить за самоцветы, но, наверное, 1500, мне кажется, мы вгатим на его выбивание. Завтра его будут в коллекционере, можно будет за него получить хорошие плюхи, и еще плюс он будет продаваться. То есть это нормальное явление. Космо, ну, это уже пойдет получше. Где ты? Асура, третий Асура. Просто бред. Ниндзя. Малышник. Опять ниндзя. Блин, одни малышники, Рино и эти асурики падают. Что-то какая-то фигня. Смотрите, опять малышник. Да вы что, угораете, что ли? Нифига себе, посмотрите, как сыпет. Землеройки прям сегодня тоже сыпят полным ходом. Нету. Жестко. Ну, падают герои такие интересные. Смотрите, опять Рину. Фрейка еще одна. И вот так вот. Итого где-то 150к, ребят. Немало, но мы это сделали, мы его вытащили. Можете меня поздравить, поехали посмотрим на него в деле, что он может, как он может. И буду его прокачивать и уже тестировать на максималках. Бум! Мастер рун. Интересно. Ну что, поехали посмотрим на него в деле, что он может, как он может. Ого, нифига себе, сразу же железкой выпал, офигеть. Поехали.
Поехали, на подземочках чекнем, я уже буду его прокачивать и потестирую вместе с вами. Такс. Неплохо он дамаг наносит по целям. Дальник. Быстрый набор энергии. Это, конечно, круто. Мастер рун. Так, а что у него там по умению? Сейчас почитаем. Наносит урон, выбирает энергию, парализует. Они могут получать лечение энергию. Выбирает состояние негативных дружественных героев. Увеличивает крит шанс. Плюс должно быть ограничение еще. Вот так вот. 9000. Ну, давайте его немножко подкачаем. Посмотрим. 10. Такс, есть. Поехали, посмотрим. На подземке. Посложней. На вот этой. У нас железка стоит, то есть он не станется. Самое интересное посмотреть, что, как он будет бить. Так, набор энергии у него, конечно, хороший. Ух ты, зональный урон какой неплохой. Интересно. Сейчас мы его сделаем мега-супер отхил. Ну, не знаю, неплохой герой. Интересный, по крайней мере. Сейчас посмотрим, что у него по дамагу. То, что дальник, конечно, плюс. Ну и зональный урон вокруг него тоже классно. Забирает энергию. Ну, я не знаю, для PvP локации это очень будет интересный герой. Ну, надо ему сделать эволюцию, агментацию. Но дамага у него хватает с первым скиллом. Я вам скажу, дамаг он 200к наносит урона. Ну, как видите, станется. То есть, пока он не включился, он очень хорошо станется. То есть, тут тоже есть свои нюансы. Надо делать ему защиту от стана, делать уклонение. Ну а так, в принципе, интересно. В общем, такой вот герой. Будем смотреть сейчас его обзор. Я его буду прокачивать, поэтому ждите следующего видоса. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.